Итак, чтобы выполнить квест на Эйджена, вам необходимо завершить квест на ключ Бериала Вардена. Миссия появится следующая через несколько часов. Задание третье – разблокировать дверь с цветами памяти. Захачить 25 игроков как морское существо, то есть в гнезда их добавить. И разблокировать комбинацию из чисел ключей. Итак, давайте выполнять. Напоминаю вам, что если вы не выполнили квест на Бориала, вам будет недоступно задание с цветами на память, если вы не сделали ключ. Поэтому вам обязательно нужно выполнить ключ Вардена. Сейчас вы его, конечно, не получите, но вы получите материал лед. Но дело не в этом, вам же нужно именно галочку за то, что вы выполнили задание. И вот, если вы закончили ключ на Бориала Вардена, а квест на ключ Бориала Вардена, обязательно нажмите Claim, получите его. Как мы гнездим? Мы создаем самкой гнездо, нажимая на клавишу B, и находимся рядом с этим гнездом, чтобы яйца росли. И вот, когда яйцо поспело, вы кого-нибудь приглашаете. И, судя по всему, лучше это делать на сервере, где очень много игроков, потому что много кто будет отклонять ваше приглашение. С плюшем Eggshell вы выполните все в два раза быстрее. И вот, растим наши яйца, собираем, приглашаем. И вот это будет выполнена миссия, 25 игроков таким образом надо пригласить. Следующее задание, уже когда мы выполнили задание на ключ Бериала Вардена, прям сразу летите в это место. Здесь расположена пещера, в которой находится дверь с телепортом. Заходите в нее и видите вот такую загадку, головоломку. Обратите внимание, где находится эта пещера. Она находится рядом с пустыней. Вы залетаете в ледники, такие льдины, похожие на острые зубы, с краю карты. Здесь у вас дверь, которая была в храме Варденов, и в ней телепорт. Залетаете в нее, телепортируйтесь, подходите к двери. И теперь у вас появился вот это задание челлендж. И нажимаете разблокировать. Самый прикол в том, что не всегда это работает. У вас может попасться сломанный сервер. Смотрите, вот я нажимаю, все правильно. Но почему-то он считает, что я нажала не на правильный символ. И все, ерор, ошибка, повторите через 2 минуты. Самый прикол, что вот, даже на самом первом ряде, где нужно просто нажать на лапку, я нажимаю на лапку, оно уже пишет, что неправильно. В общем, если вы столкнулись с такой проблемой, не тяните время, не тратьте его, заходите на другой сервер. Я зашла на тот сервер, который у меня подключился сам. До этого я все время сама выбирала, тут подключилась самостоятельно, дала компьютеру возможность мне выбрать, куда мне подключиться, и все у меня заработало. Смотрите, это игра на память, вот он нажимает, куда нужно нажать, показывает вам, куда нужно нажать, вы нажимаете, и дверь открывается. Только интересно, что меня подключило к какому-то багнутому серверу, у меня тут вообще текстуры не прогружаются почему-то на этом сервере. Заходите сразу к такому небольшому алтарю, Эйджен, и нажимаете начать челлендж с номерами, с числами. Вот. Но, не знаю, может быть, его не надо было нажимать, потому что он пишет то, что неправильно введен код, и когда я закрываю. Вот, хотя, вроде, нажать нужно старт. В общем, мы идем сюда. Очень важно соблюдать порядок. Если вы неправильно в порядке введете все числа, то это будет ошибка. Первое место, куда вам нужно пойти, это статуя Эйджена Вардена. Посмотрите, в каком месте она находится. Это очень тяжело туда заплыть. Вам нужно плыть в самый низ и найти через землю этот проход. Очень сложно. Посмотрите, где, в каком месте он находится. И выплыть также очень сложно. Здесь посмотрите, где статуя Эйджена Вардена. У нас находится еще и следующий квест, который откроется через некоторое время. Сейчас
не рекомендую, конечно, это делать, но 10 человек уже получили ключ, выполнив этот квест. Ну, не знаю, рисковать или нет, как хотите. Благодарим подписчику за то, что показал нам эту карту. Вот эта карта, где находятся жемчужины. Жемчужины, которые зеленые, это под водой, красные, это на поверхности. Вам нужно доставить жемчужины. Судя по всему, я думаю, что их нужно разложить вот в эти коробочки от жемчуга. Всего 20 штук нужно доставить. Вот, это последнее задание. Но пока вы его еще не выполняете, вам же нужно еще код ввести. Поэтому давайте разберемся с кодом. Итак, первое число – это число, которое написано на камне рядом с Эйджином. Вот, записывайте его, он у вас будет свой, у каждого свой. Вот у меня вот такое число. Второе место, куда мы летим – это джунгли. Посмотрите. Вот у нас здесь флаг, знамя, и от него мы летим в эту сторону. Здесь мы проходим сквозь иероглифы сонарские и видим там статую Анжелика. Рядом со статуей Анжелика у нас есть код, ключ, который нам нужен. Третье число, третье место, где взять это число. Это статуя Бориала Вардена. Находится она в горах. Это между тундрой и пустыней. Здесь, посмотрите. В этом месте, наверху, это как раз то знамя, тот символ, который мы говорили, видели до этого. Думали, что там светится, а там вот светится подсказка, на каком камне смотреть ключ. Следующий ключ, куда вам нужно идти, это в Redwoods. Вот здесь вот, в этом месте, у нас есть маленькая пещерка. Проходите через нее и смотрите ключ. Вот он у нас здесь появляется. Вот в такой вот пещерке за кустиком. Следующее, куда вам нужно отправиться, это вулкан. Посмотрите, сбоку, где водопад, есть пещера с тремя входами, четырьмя, и там наверху есть камень, тоже с числом. Следующее, последнее, шестое число и последнее место, где узнать это число, это пустыня. Прям рядом с горами, на пересечении. Просто вот так вот отлетаете и... Сейчас, ну где же эта пещера? Она должна прогрузиться. Сейчас вот в этом месте будет, ага. Вот, видим эту сферу, залетаем и берем вот это число. Для удобства вот карта, где в каком порядке нужно вводить эти числа. Благодарю подписчика за эту карту. Это очень удобно. И все, летим назад к двери, в портал, потом к алтарю Эйджина, ключа и вводим. Но обратите внимание, смотрите, какую ошибку я совершила. Я поняла, что мое существо голодное, и я подумала, что пока я буду вводить, он сдохнет от голода. И чтобы проверить, так ли это, я закрыла эту загадку. И там появилась табличка, посмотрите, код введен неверно, попробуйте через 5 минут снова. Я подумала, интересно, а что если там действительно, а что если там теперь числа другие? Иду проверять пустыню, и действительно числа другие. То есть код сбросился, нужно теперь все заново облетать, собирать. Не совершайте таких ошибок. В общем, таким образом мы сделали с вами все миссии. Вот скоро откроется на жемчужинке, выполнять ее сейчас или нет, решать вам, но лучше подождать, конечно, когда она откроется. Самое сложное, на мой взгляд, здесь пригласить в гнездо 25 игроков. Обратите внимание, если у вас есть плюш, то это сделать намного быстрее. Вот такая миссия на Эйджин ключи, обязательно выполните ее, даже если вам не нужен ключ, потому что следующий ключ Анжелика откроется. Миссия только если вы выполните это, ну, судя по логике. А еще же нам делать ребусов,
ключ. Поэтому обязательно выполняйте все миссии. Удачи вам и пока. Подпишитесь на канал.